На канале можно узнать о новинках, готовящихся к выходу или поступивших в продажу. Китайская компания Yuhans выпустила смартфон Yuhans K5000, который уже поступил в продажу. Yuhans K5000 защищен по стандарту IP68. Оснастили устройство 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей, защищает который стекло Gorilla Glass 4-го поколения. 8-ядерным чипсетом MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Имеется слот для карт памяти с расширением до 128 ГБ. Фронтальная 5-мегапиксельная камера и основной модуль на 13 мегапикселей. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне. Оснащен смартфон встроенной рацией Walkie-Talkie. Пользователю достаточно нажать всего одну кнопку, чтобы можно было общаться с другими на расстоянии даже при отсутствии сигнала сотовой сети. Имеется датчик света, жеста, G-сенсор, P-сенсор, 4G, Bluetooth 4.0. Yuhans K5000 оснастили аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5 вольт 2 ампера. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Купить смартфон можно по ссылке, указанной в описании. Все товары можно приобрести с кэшбэком, указанным в описании, и процент с покупки товара возвратится на ваш счет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо!